incident in the current term? Okay, frankly speaking, I was ready for this question. And like the only answer that I found is that my work is hard to evaluate because I'm working with the leaders of the project. So if the project is good, that's only the leaders' not fault, but achievement. Yes, thank you. If the project is good, it's great. It's the leader's achievement. But if the project failed, it is my fault. So kind of it. I know that I'm responsible for a number of application forms. So if to talk about like Global Citizen, there was a large amount of application forms, but it wasn't me who was in promo tables, it wasn't me who was leading the team. I was just communicating with the person. So it's her achievement. I can evaluate my work as just a B member. I think it's like 8 out of 10 because I was, I participated in all discussions, but not always my behavior was good. And no, that's it. Питание по направо, Андрей. Представь себе, что я OCP Global Citizen на это лето, и я не верю в цели, поставленные вот пардон. И твоя задача убедить меня, что мы сможем делать прорыв этим летом. Русский? Да. Хорошо. Андрей, всегда есть там высшая цель, к которой там надо стремиться. И ну, в ICQ мы для того, чтобы брать вызовы, для того, чтобы пробовать себя, для того, чтобы там как-то смотреть на то, ну, что мы сможем, что мы не сможем, как мы это сделаем. Вот. Я, честно, не понимаю, почему ты не веришь в достижение этих вообще мелких цифр. Там. Все, что нужно сделать, уже было сделано, там, во-первых, до этого, когда было большое количество промо-столов. И, то есть ты теперь уже знаешь, как делать твой предсессор, вот он уже показал. То есть просто надо... там хорошо подходить, там, хорошо все спланировать, подойти ответственно к делу, и все получится. Питание, Влад. Срок 14-15 длится всего 9 месяцев. А у вас будет всего один полноценный набор. Испытываешь ли ты дискомфорт по этому поводу, и считаешь ли ты, что ты все, что там, все цели, которые ты перед собой поставила, успеешь делать за 9 месяцев? Нет, я не испытываю никакого дискомфорта. Насчет постановки целей, я к этому отношусь больше как ну, continuous planning. То есть сейчас, если у нас нет реализации, там, мы можем это, там следующий борт может это доделать, да, по сути. Если будет нет реализации у меня, это там, либо сможет доделать следующий борт, либо сможет переделать, если у нас будет перереализация, им будет лучше. То есть... Ну, будет, конечно же, обидно, что там как-то пытались, пробовали, старались, но не смогли, но я не вижу, что причина этому, типа, маленький срок 9 месяцев. Так и работает. Спасибо. Принимаю питание в полноправный, все питание не полноправный. Все питание в мене. Якими якостями повинен володіти, ну, якими якостями і ким повинен бути оцей ідеальний OCP? В твоєму погляді для локального комітету ICF Одеса? Я думаю, що ідеальний ICP должен бути таким качеством или таким состоянием, як leading by own example, то есть бути уверенным в себе, бути мотивирующим і показувати, що ребят, ми можемо це зробити, я можу це зробити, чому ви не можете це зробити? Ребят, ми не те ж такі ж. Вот, он должен, так и сказал мотивирую, да? Должен быть нацелен на людей, с которыми работает, потому что, ну я уже говорила, что они те, кто ему помогают, и они вместе команда. Вот, ну и, конечно, уметь коммуницировать с людьми, там, как-то, все. Питание по направлению, так что нема, я питание не по направлению. Подремень. Маша, да. Давай. Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать, если тебя выбрали, допустим, велосипом, и в какой-то момент твоя команда в тебе разуверилась и отказалась от тебя как лидера? Какие будут твои действия? Ну, это еще зависит от того, почему они разуверились и отказались от лидера.
какие могут быть мои действия. Там какой-то хороший такой там чистый, душевный, искренний разговор для выявления причины. И потом попробовать решить, что мы можем все-таки сделать для того, чтобы там дойти до конца вместе, ведь мы вместе это начали. Ну, так как-то. Питание ты направишь? А вот о косвенной форме в структуре LST и борда ты указала PM-координатора, который подотчетен вице-президенту по TM. В связи с этим вопрос, какие ты видишь GD для PM-координатора и почему именно он подотчетен на PTM? Хорошо. Типа TM, он там занимается pipeline management, следит за каждым членом локального комитета и следит отдельно за OCP-ами, ему, наверное, будет еще и там тяжело, потому что и там команда, и тут еще 100-500 человек. Какие GD у PM-координатора? Это проводить собрание OCP-ов, трекать их, делать основные штуки, как-то поддерживать культуру, ну, собственно, чтобы OCP, они не были все такие какие-то разбросанные, все-таки, ну, локальный комитет, одна команда, но если люди не в команде, они как-то не чувствуют, что они друг другу коллеги, вот. Все. Питание, Вики. Скажи, пожалуйста, зависит ли на работу сейчас в борде на 14 при различных исходах этих выборов? То есть, это выберут или не выберут? Как она изменится? Изменится ли она вообще? Ну, честно, она в любом случае изменится. Потому что я выберу в следующем году сроки, и я начну там свои обязанности как-то, не знаю, раскидывать, что я, в принципе, сейчас и делаю. Ну, вот, единственное, все, и под конец срока все утихать. Питание полноправное? Если не знаю, я питание на этом конфетке. Скажи, пожалуйста, как ты видишь работу нашего локального комитета с МС в следующем сроке? Ну, посещать конференции, слушать советы, ну, точнее, слушать и понимать для себя, там, брать их или не брать, насколько они там актуальны для локального комитета и насколько они нам подходят. Вот, там, работа каждого вице-президента с МС, ВИПом. Не знаю, еще можно сказать. Там подотчетность какая-то, там хит-сон. Питание полноправо. Якщо немає, є питання не полноправо. Саша! У меня был вопрос по поводу ответа, когда ты сказала, что ты ориентирован больше на людей. Скажи, пожалуйста, будешь ли ты считать своей победой, если в конце срока, если станешь осипом в конце срока, все VIP вырастут профессионально, и станут с одной командой, но не получат полноправие и не достигнут самых целей. А какое было начало, буду ли я считать это успехом? Ну, победой, да. Победой. Нет, наверное, не буду считать это победой, потому что нужно, даже если ты там больше ориентированных людей, надо все равно как-то их реализовывать, но чтобы они реализовывали, чтобы мы все вместе реализовывали цели. То есть это будет только односторонняя какая-то работа, односторонний вклад. И это не будет отдача полностью. Питание по направо. Якщо немає, є питання не по направо. Підтримуєте? Іго. У мене вопрос продовжує вопрос Вічі. Почему должны выбрать члена президента, а не Машу или Лену? И почему, другими словами, для ISIC Одесса ты как президент сейчас важнее и нужнее, чем другие кандидаты? Я считаю себя хорошим командным игроком, это раз, и это там необходимо для того, чтобы быть лидером, так как ты знаешь, как чувствуют себя другие члены, то есть быть и лидером, и командным игроком одновременно. Я занималась лидерами проектов, я их учила планированию, там, какому-то достижению результатов, мотивационным штукам, то есть это то же самое я могу сделать, ну, делать из команды. Потом... Ну, собственно, не знаю, мне кажется, что PM направление именно такое, которое помогает быть LCP-ом, потому что ты только и планируешь, и трекаешь, и мотивируешь, и всех людей. Вот. Ну, личностные качества, такие как
не знаю, организованность, пунктуальность. Даже есть такая мини-цель сделать локальный комитет более пунктуальным. Ты сегодня опоздала? Бывает. Вот оно, ничего не так. Да, вот. Спасибо. Питание по мутам. Якщо у вас немає, є питання в Насті. Как ты думаешь, важно ли УСИПу иметь такой бэкграунд, как Exchange Experience? И если да, то как ты оцениваешь свой? Я считаю, что да, важно. Но два предыдущих УСИПа показали, что и без этого можно вести команду и... У него был Exchange Experience. Да? А тогда извини, Игорь. Хорошо. Собственно, у меня есть Exchange Experience, я работала в ICX, я как бы дальше бы продолжала свою работу с радостью, если бы не стала PM-ом. Вот, понимание процесса организации, там Exchange наш главный продукт, как, не знаю, как это происходит, там зачем это происходит, как просто всем руководить, не знаю, это странно. Я оцениваю свой Exchange Experience 9 из 10. Питання повноправних. Вже немає питання повноправних, є питання неповноправного лікера. Да, ты нам только что описывала идеальную модель LCPA. И скажи, пожалуйста, какими качествами идеальную LCPA обладаешь ты сама? Хорошо. Большую часть моей жизни пунктуальность. Умение как-то мотивировать, если я сама этим горю, так передавать свой passion кому-то. Умение, наверное, поддерживать людей без лжи, когда ты не говоришь, что будет хорошо, а сам знаешь, что все будет вообще хреново, но это не поддержка, это какое-то рвение второе. Вот. И... Просто не помню, что я уже говорила. Говорила о мотивации. Говорила о мотивации. Там чувство юмора. Это будет лучшая часть жизни. По питанию полноправным. Якщо немає питань полноправных, є питання в Дімі. Підтримуємо. Иван, как ты знаешь, здесь, скорее всего, собралась, как минимум, половина твоей будущей команды VIP-ов, я так думаю. Как ты оцениваешь, по каким характеристикам, исходя из своего внутреннего состояния, ты будешь оценивать и выбирать будущую свою команду? Что ты будешь видеть в них главное? Во-первых, это результаты их работы, которые были там на протяжении их нахождения в организации, и их степень ответственности перед организацией, такого плана, что человек понимает, что он здесь делает, понимает зачем, и что у него есть сильная мотивация продолжать это делать, себя развивать, там, помогать организации там, расти и улучшаться. Вот, и также это будет за наличием потенциала, то есть если, бывает, когда смешный человек, он такой классный, но он пока что ничего такого сильного не сделал, потому что там не получилось что-то, не только с его стороны, но и с каких-то внешних факторов, но ты смотришь на него и знаешь, что да, он сможет. Вот. Питание по направлению? Есть. Инвестиционный вопрос. Представь себе, что тут сидит там твой борт, со всех этих людей. Там DLCP, у вас проходит IBM, у вас проходит IBM, вы начинаете работу, и перед этим IBM там был какой-то неудачный опыт с проектом, там у вас минус 6000, там проект не удался, все, вы его закрыли, команда вот вся сидит такая вот демотивированная, все просто, все ужасно. Тебе нужно как-то их вдохновить, там, как-то поднять дух. У тебя есть 1 минута, две минуты, чтобы что-то сказать своей команде, чтобы они прям воспряли духом. Привет, ребята. Чё такие кислые? Проект не удался, да? Бывает. В общем, это не смешно. Действительно, так получилось, что не смогли мы сейчас это сделать. Теперь у нас есть
that case practice, который, давайте не будем повторять в будущем, можно написать даже какой-то гайд для следующего борда, чтобы не этого не делали. Вот, все равно я вижу, что мы все выкладывались на все 100, и просто, значит, где-то ошиблись, где-то свернули не туда. Теперь вот по этому опыту, который мы вот уже набрали, мы можем действовать в будущем по-другому. Ну, все равно, там, без падений не бывает взлетов, без этих минус 6000 у нас может не быть плюс 12. Вот, поэтому давайте просто соберемся и будем работать дальше с новым листом. Спасибо. Питание по направлению? Если не мое, питание не по направлению. Оля. Иванка, как уже дали всем понять, этот срок будет, так сказать, неполноценным, ну и 9 месяцев, да? Я думаю, ты знаешь прекрасно, что самая активная работа нового борда начинается обычно после лета. Вот. Соответственно, в твоем сроке этот период будет еще меньше. Как ты думаешь, удастся ли вам вовремя раскачаться? Что ты будешь предпринимать для этого, чтобы реализовать все поставленные цели? Для этого нам удастся вовремя раскачаться. Почему борд начинал после лета? Потому что у них было начало там 1 июля, то есть 2 месяца реализации летней, когда ты просто бегаешь бешеный, потому что у тебя куча стажеров, и ну, ты вообще не думаешь об операционной работе, ты не думаешь ни о конкурировании, ну ты просто думаешь о том, что у тебя сейчас 50 штук человек здесь, и с ними нужно что-то делать, они еще возмущаются, что у них там что-то не так. Вот. Поэтому, собственно, когда уже все утихомиривается после летней реализации, уже люди начинают как-то анализировать свое поведение. Сейчас срок начинается 1 мая, то есть месяц для того, чтобы все хорошо подумать и подготовиться. Летняя реализация, борт будет больше готов к летней реализации, когда вот этот месяц ставишь планы, там уже что-то продумываешь, и вот во время лета можно будет раскачиваться. Ну, а потом уже просто пойти. Питание по направлению. Если нема, есть питание на это направление. Таня, оціни, будь ласка, за стипальною шкалою важливість комунікації від МСІ до ЛСІ. Питання про направлення. Якщо немає питань, є питання не від направлення. Є від мене питання. Моделюю ситуацію. Там є людина з МСІ, яка там комунікує більше, найбільше з всіх інших членів МСІ Національного комітету, з локальним комітетом ВАЙСЕК в Одесі, і зокрема це ЛСП, думаємо, що ЛСПом є обрана ти, відповідно, я комунікую з тобою. І от, типу, комунікація порушилася до того, що на Tuesday morning meeting МСІ говорять, що, не можна зв'язатися з ЛК Одесою, на конференціях каже, бляха-муха, з вами так важко комунікувати і так далі і тому подібне, ви що собі там думаєте? Це все приходить в розумінні того, що МСІ мембер скидує тобі бомжа, типу, передзвоніть мені, будь ласка, не дзвонить до тебе, не відповідає на листи, не пише, а потім починає говорити про те, що локальний комітет не комунікує з МСІ. Будь ласка, в такому випадку розкажи нам всім свою позицію стосовно цього питання. Ну, позиція має бути розгорнута впритул до того, які кроки ти будеш робити і коли, і як. Ну, хорошо. Спочатку скажу, що, ребята, там, возможно, проблема не тільки в нас, так як, якщо тяжело до вас достучатися, ну, звісно, плоха буде комунікація, на листи не відповідає, а на дзвінки? Відповідає, наприклад, так, на дзвінок дзвониш, пишеш лист, ну, типу, там, через тиждень щось тобі прийде, або ще через місяць відповідає лист, який тобі потрібно було вирішити, там, вчора. Так, просто сказати всі, що це, як би, ну, важливо, просто спросити, чому вони цього не роблять, ну, чому не приймають, там, багато роботи, да, я можу постійно дзвонити, я можу постійно писати, там, собственно, больше комунікації просто з нашої сторони, и спрашивать, наверное, о их загруженности и о том, там, видят ли они важность в коммуникации между нами. Как-то. Ну, просто, а что еще можно сделать, кроме того, как звонить и писать? Ездить в Киев, ну, на выходных, да, можно каждый выходный ездить в Киев, в МСИ и разговаривать с ними по этому поводу.
Можно через других MC-мемберов, там, через VIPA спрашивать, там, что-то. Ну, это, конечно, нарушение коммуникации, но если оно уже сильно горит и сильно важно, тогда, ну, другого выхода просто нет. Питание по направленных Е? Витя? Можно сказать, пожалуйста, ISIC values? И какая ISIC value самая важная, самая главная для тебя, которую ты стремишься постоянно следить? Хорошо. ISIC values. Striving for excellence, demonstrating integrity, living diversity, activating leadership, acting sustainably, enjoying participation. Для меня самое важное, что их вообще несколько, но самое-самое важное, это, наверное, activating leadership. Я думаю, что я набралась после того, как там начала работать веком в проектном менеджменте, когда ты вот видишь человек, просто их идут, как к ним проходишь, давай, становись осипом, такие, да, класс! Или когда члены моей команды, ну, у меня пока только один такой член, Ира Жуко, стала вице-президентом, стала осипом, и, ну, сделала... И сделала отличный проект, и сделала промо второго отличного проекта. Ну, это именно активация лидерства, ты ее чувствуешь как-то ценность, и ты хочешь, чтобы вот все вот это зажигали. Питание полноправных. Я понимаю, полноправных, я питание видно полноправных. Питер, я не так. Сережка, давай. На планете произошел глобальный климатический кризис, эксченж невозможен. Чем будет заниматься наш локальный комитет? Про ВВБ на тему экологии, типа Green Rush. Образовательные конференции на тему там «Сделаем землю чистыми», акции «Зроби Україну чистою». Спасибо. Питання повноправне, якщо немає, є питання від Ігоря. Є, так? У тебе... Расскажи про опыт, про свой опыт работы с координаторами и key learning points из этого опыта. Хорошо. Один раз я пытался открыть аппликационку на NGO-координатора, но никто не подался. Вот. Потом я просто работала с PM-координатором. Key point — это то, что я, на самом деле, ну, тяжело поддерживать коммуникацию, когда она только односторонняя. То есть, когда только я что-то пишу, что-то хочу, а там нету такого сильного фидбэка. Ну, выполнение работы было очень хорошее, ну, серьезно. И не было, ну, я не следила за какой-то отчетностью от координатора или, ну, там, инициативами от него не интересовалась, что следовало бы делать. Питание полноправных, если нема, и питание полноправных, и питание полноправных, и Игора. Очень часто, когда человек подается на президентство, он хочет изменить что-то на основе того опыта, который у него был в борде. То есть какие-то вещи его не устраивали. Если у тебя есть такие вещи, ну, то я бы хотел услышать критику действий нынешнего борда. И, собственно, что ты бы сделал по-другому. Хорошо, меня не устраивало, как ты создавала отчеты на LCC, ну, или на ZZ. Когда ты это делал архивом, ты такой нажимаешь, и ты можешь скачивать себе весь архив, а можешь посмотреть. Я посылала ссылку в моей ZZ. Когда тебе надо было скачивать кучу архивов, и оно у тебя потом на компьютере. Вот, это, наверное... Об этом я, ну, собственно, писала, но она не изменилась. Вот. И поэтому это первое. Потом, как бы я делала, с самого начала надо говорить, не знаю, вот когда я была УСИПом, у меня была команда, они на УСИЭМе там заучивали видение проекта, а потом уже его понимали. Собственно, вот то же самое надо сделать с мемами борда. Сначала заучить, вот, и объяснить, как можно доступнее. Потому что, на самом деле, у нас оказалось, что на середине срока мы такие, ребята, какое у нас вообще общее видение? Все-таки, ну, я хочу то, а я хочу то, а я хочу то, а у меня в направлении вообще то. А мы такие, должно быть что-то одно. Вот. Ну, не знаю, все остальное меня, на самом деле, устраивает. Понятно, спасибо. Питание полноправных, что не мая питание полноправных, я устанет питание, ведь не полноправных, ведь хватит.
Спасибо. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, сколько должно быть членов в локальном комитете для его успешного функционирования и развития и для достижения поставленных тобой целей? Честно, никогда не планировала там количество людей в комитете локальном. Ну, это должно быть количество, которое бы покрывало все позиции, чтобы там на проекты мы не искали людей, не убеждали их идти туда, потому что там всего лишь 3 человека. Но это зависит от количества проектов, которые мы планируем. Ну, сейчас их где-то 45, да, и при этом там люди работают в 2 проектах, у них такие смежные должности. Ну, можно где-то там еще поднять на 20, наверное, на 30, 70. Питання закінчились, мовчання на продовження не буде? Будуть? Не буде, тому